Всем привет, ребята. Через часик я буду уже пятый сон видеть, как его. Всем привет, ребята. И мы продолжаем шахматный камбэк. И да, Е5. Е5 интересный ответ здесь. Давай, Е5. Да, самое главное, очень необычный. Слон А3. Да, и все, вот Это фланг. банально, это слон А3 уже было Не, много стоп, раз. вот сейчас Понятно. А4, А5, А5, А4 зафиксировать. Хорошо. Пешка надо было защитить, наверное? Или как в твоем замысле прописано? Ну, вот сейчас можно защитить. Конь Б6. Зафиксировали фланг, смотри. Да, только эту пешку могут съесть в любом момент. Тебя не смущает. Это уже недостатки, они всегда есть. Все, мат пошли давать. Ну да. Пошли мат давай. Вот это меня всегда бесило, вот этот слон G5 выпад. Ладно, сейчас силы будем продавливать. Нам всего тут слона не хватает, да? Грамотно. Почему? Не, ну такую позицию, мне кажется, я уже не спасу. Хотя, чего не бывало. Че ты сказки всем лечишь постоянно? Я не Не, ну сейчас спасу. он Фе побьет, и мне дадут мат. А, может быть Е4? Да, но ДЕ побьет, и он временно только решает проблему. Зато у нас зафиксированный фланг. Ее теперь не съедят. И как тебе идея? Отлично. Сейчас я еще конь на G4 не идет, было бы красиво. Ну, так придется сдаться. Почему? Ну, потому что пришли. Ну бей на D4, что ли. Ну что, бьемся до конца? Ну конечно. Чё тут? На сконе зато. Мощный. Кони, да. Ферзь на B8 чувствует себя неплохо. Вообще позиция впечатляющая. Шажок вы выписали. Сейчас Все, какой-нибудь... пошли в атаку. Сейчас какую-нибудь замутим. Интересный. Ты хочешь туда его привести? О, кстати, Да. по-моему, помогает, нет? Он помогает другого коня выставить. Перекрытие. И, кстати, F6 грозило, да, конечно? Так, конь G3. Чувствуешь всю силу угрозы? Видит, смотри, смотри. Ферзь F7. Ой, ферзь F2, смотри. F2, так что Ферзь на F2. удачу просто навесить. Ну да. Давай попробуем. Это мы ему уже страшно. Так еще, конечно, ничего нет, но уже. Так, конь G3. Конечно, есть, ну да, и ничего лучше нет. Ну, я не вижу. Блин, вот это было. У нас ладья не сведется, иначе бы уже ладья ладья ждал и выиграет. Точно никого трюка нет. Да я не вижу ничего. Конь G3 накинули. На мат в один ход напали, кстати. Как ему защищаться? Ну, слоном куда-то отходить? Он Е4 или H3. Так можно пойти. Ну да, чё нет. Слушай, по-моему, начали пинать. Ферзь Е7 не помогает, да? Ну, шах один. Вроде. Ну, это должно работать. Ну, кстати, пока. Ну, то есть есть одна угроза, но я не буду ее озвучивать, пусть наши зрители сами увидят. На слон H3 ферзь Ну, H2. нет, прямо сейчас есть угроза. Симпатично. Мат неизбежен. Сильно. Слушай, ну тут сегодня камбэки получаются вообще Да. на тоненького. Да, всем спасибо за внимание.